So, und jetzt haben wir mal Zähne anschauen. Was ist hier? Woher kommt das? Zähne hat schon. Muss er zum Doktor gehen. Von selber vergeht es nicht. Er muss zum Arzt gehen, muss behandeln lassen, sonst kriegt er Lederohren. Это бывает от обморожения зимой. Они в вольерах сидят. Зубы. Langsam, ganz langsam. Зубы. Ну, перестань. Сидеть. Сидеть. Ein bisschen auf, ein bisschen. Чуть-чуть приоткройте. Если кулаки распущу, то у вас отсюда даже с дрожжевкой кормят. Окей, сайты. Боков. Was ist da oben? Там сверху. Первый зуб. P1. P1 fehlt. P1 от зуба. Da oben fehlt. Нет, он. Нет. P1 oben, P1 unten. Auf dieser Seite. Нет, снизу. Все, хорош. Окей, ты встал. Раскрывать полностью? Нет. А, P1 снизу. P1 oben rechts und P1 unten rechts. So, jetzt einmal auf und den Okay. Es fällt zwei Zähne. Я понял. Может, повыпадали, чи не можете? Ні? Кажу, може, вони повипадали ці зуби, чи ні? Чи не можете? Що-що? Раніше на виставках були всі вігу. Анді, це не вивчав. Прикус, бачу, я не знаю, що це. Це має знати, він має знати документ, має бешальник. Dass er die Zähne schon mal hatte und dass sie jetzt bei irgendeiner Jagd oder was verloren gegangen sind. Es ist selten, dass P1 oben und unten
Это очень большая редкость, что вот это сверху и снизу отсутствует. По какой причине? Она говорит, я не знаю. Это вам надо было подоспокоиться, взять справку, что они были, если они были. А если их нету, то тут уже, может быть, ветеринар расскажет, почему нет. Три раза выставлял это. В принципе, отлично в ее было экстерьер, 4 раза. В вашей возрастной группе вот очень много. Ну, за те оценки, что она... В вашей возрастной группе, нет, там ничего, немножко другие требования. Ich wurde hier mal in der Jugendgruppe ausgestellt, wo ist der Note gekommen und jetzt wundert er sich, warum hat er eher ausgezeichnet bekommen. Wann war das in der Jugendgruppe? Jetzt sind 5 Jahre her, also ist viel passiert, ich weiß es nicht. Im Moment, so wie es... Hat er ein Dokument, wo da steht, dass er volles Gewissen hat? Есть ли у вас документ, в котором написано, что у вас были полностью все 42 зуба? Wenn er kein Dokument hat von einer Ausstellung, wenn er einige Male schon in der Jugend war, dann muss er ja bestätigt haben, dass er volle Zähne hat. То есть на выставке обычно вот она записывается, что вот полностью 42 зуба по каждой собаке. Значит, у вас тоже может быть дальше... Где-то в описании в оценочных листах выставлялись, должно было быть написано, что все... Ну вот будете знать, что вот эти требования. Это как-то дисквалифицирует, потому что это уже не значит. Значит, придется ставить дисквалификацию, потому что от него нельзя разводить, от этого писания нельзя разводить. У него были подвиды. Так у него P1 и АМ3. P3 sind ja da, die M3 ist okay. P1 наказывается дисквалификацией, P1. Но для М3 не влияет. М3 не влияет, а я за ним. Нет, М3 вообще не трогает. Анатолий! Ком Тимир? Nimm du mal seinen Hund. Nimm deinen Hund und geh weg. Jetzt schau nochmal. Dem fehlen P1 und P1 oben und P1 unten. Prämalarne Zube P1 сверху und P1 снизу отсутствуют. С одной стороны. С одной стороны. Покажите. Это у нас... Что очень редко. Dann darf er ab jetzt nicht mehr züchten. Поэтому ему нельзя разводить от него. Ich weiß nicht, der hat wohl schon gedeckt einige Male. Скорее всего, он же, наверное, уже были пометы. Значит, надо Володе завязывать. Потому что передавать будет 100%. Если не идея, то будет отдавать внуку. Er hat das nicht gewusst, dass die fehlen. Он не знал, что это такой вот эффект. Раньше у нас на это внимание не обращали. Да, он не фильтр. За отсутствие вот эти P1 не наказывают. P2, P3, да, а P1 не наказывают. Ну, хорошо. Окей, P1. Дисквалификация, да? Тогда у нас автоматически тут... Сколько у нас? Один кабель запишитесь. Дисквалификация. Ну ладно, тогда можно идти, да? Не, наоборот надо. Да, ну я еще давно. А вот это. Это шерсть. Dieser Klasse, der einzige Sieger. Bekommt er auch Platz P1? Aber sicher? Ja, sehr schnell. Aber der bekommt jetzt... Aber na, mal, ja, aber dann müssen ja noch die Zwischenklasse, die offene Klasse, die Gebrauchsklasse und die Champion, die machen P1 aus. Aber jede Klasse gibt einen ersten. Ему сейчас нет, надо так вот, первое лучшему кабелю в этом классе, а потом он пойдет на сравнение. The best,
я. Нет, это, извините, подождите минуточку. Это не надо дать. Нет, если... А сочтет ли нужным судья дать сам? Если вы считаете нужным. Das ist die Dienstleistung. Und dann kommt später kommt ja nach zum Vergleich mit allen anderen Klassen. Заслуживает он. Приложил на а сам два. Понимаешь, поэтому потом перейдет. На награждение. Касан, сиди. Спасибо. Касан, туда. В камеру. Не умеете показывать, поэтому судья очень много думал. Поставьте. Касан, рядом. А ты закрыл судью. Возьмите приз. А он не туда, куда надо смотрит. Как и собака. Капиш, да? Заберите призы, вот это все ваше тоже. А чем мы там бегали? Это у нас... Из них трассет сегодня. Не побритый сегодня. Из них трассет, а то все припад. Не успел. Бородища. А цикл моб. Так, нас тут. А сейчас мы здесь уже тоже заходим. А что мы просим? Был ли он когда-нибудь 38? Нормальный его? Внимание, тренировка Кокорова класса 148 номер Кришка Зара приглашается в ряд номер 1. Среднеазиатская овчарка открытого класса 148 номер Зара приглашается в ряд номер 1. Jetzt können wir Zähne angucken, kann ich oder du? So, bitte, wo ist man? Ich muss dann ein. Okay. Perfekt. Na, die Seite, Seite. Okay. Okay, die Seite, die Seite. P1. Okay. Уважаемые участники и гости выставки, если вы пожелаете сдержать, есть развернутые торговые палатки, которые находятся с обратной стороны трибун. Нужно пройти по центральной трибуне в проход и повернуть направо. Там для вас развернуты торговые места, где есть разные напитки и большой выбор украинских блюд. Кроме этого, для вас готовятся шашлыки. Желаю вам приятно провести время сегодня на выставке и удачи вашим собакам там в том числе. Поставь его красиво. О, о, другой. Заднюю, заднюю. Нет, передние лапы вертикально должны стоять. О, о. А задние не на вытяжку, под уголки. Чуть-чуть одну вперед. О, да, да, да. О, еще не выполнение vom Hals, aber der ganze Rücken ist wunderbar fit zur Ruhe. Ein sehr rassistischer. Отличный реальный мороды. Мед.
Филбарт. С большой бородой. Дем расстандарт voll entspricht. Полностью соответствует стандарту породы. Отлично. Lass mir noch die Haare anschauen. Ich komm mal noch zum Haare anschauen. Das ist ja Marie. Шорстку, шорстку. Да, он один в классе. Так? Wird er auch CAC bekommen? Ja. Ага, значит, тут тут тоже. Внимание, все собаки рабочие, я в рабочем. А ну, отойди. Отойди. Я сначала собак. Куча дипломов. Я думала, внимание, Гринсмарген приготовится к тренировке оттяжки, класс ветерана и рабочий класс. Гринсмарген приготовится к тренировке оттяжки, рабочий класс и класс ветерана. Это на оценку не должен. Если два, один Все, пусть. Сейчас.